Всем кукушеньки, дорогие друзья, сегодня с вами, допустим, и это шоу-кейс, но Ultimate Warrior, потому что Hall of Painter сейчас записал дофигище, мне уже немного надоели скучные матчи, давайте вернемся в мир олдскула. Здесь у нас, как видите, все открыто. А вот здесь вот будет интересно, 4 заблочных вещи, ну... А, наверное, мисс Элизабет или кто она? Это не мисс Элизабет, я еще просто я до этого записывал, тогда просто у меня запись сорвалась. Мне кажется, это далеко не мисс Элизабет, реально, она ни насколько не похожа. Бум. А, сплэшно. Ну, по-моему, мы в том видео это видели, так что... Да, и тут он стал двухкратным, точнее... Да, мы это видели, я вспомнил. Ну что же, сейчас будет самое интересное. Macho Man Randy Savage. А чё без выходов? Ты чё? Ладно, нас напишу, ладно. Не хотел. Ну вот реально, посмотрите, это разве это мисс Элизабет, вот этот страшный бобёв? По-моему, нет. Если это будет мисс Элизабет, то 14 части её неплохо так приукрасили. Либо же это, наоборот, ухудшило. Так, никаких заданий у нас пока что нет. Кстати, хочу заметить. Да куда ты хватаешь-то, ну? Ультимейт, что с тобой не так? Нет? Хорошо. Мама. А, давайте за рингом поделюсь. Мы за рингом поделимся. За рингом просто больше урон можно будет нанести, хотя тут синенький мат. Ой, а вы что тут забыли, люди? О, ха-ха, круто. Современные комментаторы на арене. Скажи, третий я сломал? По-моему, не помню, что он. Неужели им было в лом добавить 40 комментаторов? Нет, Мачо Кинг и это. Мачо Кинг, что? Опа! Ага, вот так вот. А у нас же Ultimate Warrior чемпионов только. Так что запускаем его в канат и... Делаем разбег и на! Почти. Это был почти. Ультимейт, приходи в себя. Нет. Нас сплотнул. На еще. Угу, почти. Оп. Ну вот, это неплохой такой биг бутик. Так, эту бабу бить нельзя. Я еще на той записи это проверял, вы это не видели, но ее бить нельзя. Поверхни нас. Не преследуй меня, страшная бабеха. По-моему, Рэнди Сэдж был именно в начале своей карьеры с мисс Элизабет, но это, блин, реально она... Хотя я не отрицаю, что это она есть, но, блин, это она такая... Давай еще. А вот нет, Warrior, давай, приходи в себя. Да иди. Да вы посмотрите на это, вообще наглёшь. А, почти. Вот, вижу. Ей. Да ты, ну ты... Хорошо, опуск. Хорош. На-на. Чоп, еще один чоп. Чё, больно? Вот молодец. Так, где? Вот только что видел. А, вот. Пришло время отдохнуть. Ага. И вот это. Ну, сейчас остальные сразу закончатся. Все, отлично. Это конец. И это будет... Оп! Что это будет? Скупслэм. Да, они не знают, что это скупслэм. Хорошие они люди. Давай все-таки здесь подержимся, как я уже ранее говорил. Ну спускайся ты сюда, ну вот. Кстати, Macho Man когда-то даже в NWO был, хочу сказать, да. Так же, как и Шумайкл собирает карты. Да там пол состава было, пол ростера были в NWO, потом они уходили, приходили. Еще один скупслэм. На-на. А решили в робу, это канаты? По-моему, канат. Ну, да, это канат. Уже третий бой. Я хочу на стол. Ой, все хорошо, на стол попал и молодец. Оп-оп-оп, отлично. Трейс. Ну, я думаю, молодец, вспомнил. Что тут делать современные комментаторы? Я реально не понимаю, они что тут забыли? Где Джим Росс, например, хотя бы? Нет. Именно эти двое. Когда в то время они нам начнут мелкими. Хотя нет, почему?
Он мачо кинул как раз когда... Ладно, все. Мармедяха. На. С локтя греб сейчас. Ультимейт. Так, что это у нас? Так, ничего нажимать не надо. Ой, что-то грядет. Что-то точно грядет. Пальцы вверх. Это будет что? Двойной топорный удар. Нет, это будет лови. Это будет поймание Рэнди Сэвиджа, но и получение пощады. Ультимейт Уоррио, тупой, знаешь, он пока, ты пока танцевал, он мог тебя ударить еще раз в три, наверное. Но Рэнди Сэвидж не играет легких путей, он хочет стульями всех. Извлекающий манер для судьи, белый стул, кстати. Ой, Рэнди Сэвидж сзади, это хороший человек. Все? Найди ты. Что ты, чем хочешь меня убить? Да ты серьезно, Элбоу Дроп. Элбоу Дроп. Еще один. Че он это ген, он ничего такого не... Да ты надоел, слышь! Че такое, почему не трюшишь? Так, опа! Эп, привет. А что это будет? Это у нас будет суплекс, как и уже пониматься, понятно, да? Ой, долгий-долгий, на-на! Приятно тебе, да? Приятно, сейчас еще бабушки. Угу, конечно. Опа! В корну надо записать, хорошо. Да ты надоел, встань уже, вот. Иди отсюда. Хорошо, тоже опять я. Опа, ой-ой-ой, как перелетел-то через себя, Ультимейт Уоррио. На, Леди Шерри, ой, пощечина какая. Ультимейт Уоррио в нокауте от такой пощечины Халка просто. На, все. Все, по-моему, Ультимейт немного отъехал. Совсем чуть-чуть, но отъехал. Рэнди, не надо его срубатл. Какой он жестокий парень, а? Нехорошо, ой, нехорошо. Слышь, ты, китаянка, подними меня. Ой. Не, ну он совсем, конечно. Нифтики ворота просто. Вориор, да, вориор. Бум! И еще и колено. А, даже одного не было, ты неудачник. Опа! Найс, ноги! Конечно. Ультимейт Уоррио уже никогда с ноги не прописывает, он только клоузлайны выписывает, да? Да, клоузлайн! Он профессионально увернулся просто. Да ладно, серьезно. Чё ты такой жесткий парень, ты чё? Успокойся. На-на! Оо! Ну да, там было тупо. Если бы камбэк я сейчас заюзал, тогда все было хорошо. В смысле, именно не включил, а именно... Мне даже не написал, ладно. Да ну с реверси, ну, ой, хорош, давай. Нажал. На. Схватите Сэвиджа, хорошо. Так, давай немножечко таунтов, чтобы жизнь была хороша. Достань ты. Я почти его схватил. Это что, скуфлан? Еще без какого-нибудь сигнала. Давай. Да ты надоел, слышь. Это что, его сигнал? По вилдрайву. Почему ты рука-то снимешь, Уоррио? Выкатись. Может быть опасно. А, вот нет, да, неудача. Давай, Рэнди. Соберись. Не будет тряпкой, ёпта. Опа. Опа, скатил. О, круто. Так, что-то надо будет нажимать. Сворачивание. Не пойми, какая баба его отвлекает. Раз, два. Нет, вырывается раз. Рэнди. Ой-ой-ой. Ой, опять этот тычок коленом. Что? Так, мне кажется, сейчас надо будет что-то нажимать. Нажал. Бум! Каблуком по башке просто. Это реально жестко,
каблуком с такой высоты даже пусть слабая девка ударит нехило, да? Вот реально. Так, и сейчас, по идее, я могу победить... А, не могу, не представляю это. Хотел сказать то, что я, в принципе, могу его сейчас нагнуть, но это нежелательно, потому что это еще не конец. Мне не дали такой задачи именно победить его. Так что придется снова избавить. Давай, немного танков. Бицахи! Да. На! Сюда шел ты. Вот, молодец. Ну что, может, Синус свой заюзать, раз уж он так не хочет. Ну что ж, придется дать реально его юзануть свой финиш. Давай, давай, давай. Давай. Хорош. Так, поднимаем над собой и резко отпускаем. Ага, опять против Сэджи, хорошо. Ауи. Так. Слышь, я тебя схвачу, ты не против, нет? Оп, и схватил. Да. Так, тут опять видяк просто. Хьюдж слэм. Короче, слэм, все, идите нафиг. Ну все, это будет Apple Drop, да, его? Да, Apple Drop, все, его такой же, по идее, можно найти. Че, нет? Еще не все. Мачо Кингу мало одного Apple Drop. Это будет еще один Apple Drop? Да, это будет еще один Apple Drop. Но мне кажется, у тебя тоже по третий, который сейчас тоже будет, как я вижу. Он должен его сривить. Ультимейт Warrior, ты же сможешь с реверс. Четвертый Apple Drop, да ты долг, понимаешь, ты, да. Ультимейт Warrior, по-моему, все дальше приезжает от этого ринга позже. От угла, еще один усилий, еще. Четвертый или какой, пятый? Вот сейчас пятый. Пятый Apple Drop, я уже запутаю, что This will be the fifth flying elbow drop. No, big fly elbow drop. Давай. Пятый elbow drop. Savage again. Oh, this is it. Here's the cover. Shoulders are down. Now what? And Warrior kicked out. Unbelievable. Savage can't believe it either. Нужно было после первого пинь вырубить. How did the Ultimate Warrior kick out? Сейчас закрыли. Быстрее нужно было. А, все, я тебя понял, застал. Это ты на меня пять раз прыгнул, да? Ну все, тебе не жить. На! Роузлайн, хорош. Так, немного танков, чтобы санинка поднялась, само собой. Так. Хорошо. Финиша я могу смысла проводить пока что ниже, потому что, мне кажется, будет такая задача. А вот суперплекс я проведу. Хотя, чем вы? Не находим, что ли, второй? Давай. Да. И чё? И где задача какая-нибудь? Это все. Нет, я не буду рисковать, я еще немного побьюсь. Если ничего не изменится, то тогда ладно. Давайте за ринг встретим вообще. За рингом драться удобнее будет. Почему здесь судья старенький, да, а комментаторы новенькие? Что за бред? Вообще, давай, спускайся сюда. Даже цвет комментаторского стола розовый, а не как нормально. Ну, что, настоящий. На, сюда, шел. О, страйкс. Чего? А, типа ударить. Все, какие отличные задачи. Почему они так медленно появляются? Вот что меня раздражает. Ну чё, Рэнди, я тебя сейчас бить буду. Страйкить, так сказать. Страйк это вот, окей. Судья, там, это, слушай, да давай, да, быстрее. На, по башке, на, еще раз, третий раз, а как же, жалко. Ну, это будет клоузлайн, сейчас мы Эрика Флэра напоминаем. А вот сейчас будет... Горилла Сплэш или как это? Горилла Суп... Не помню, как это называется, прям ладно. Лейтсе! Давай, нацелай. И кидаем. И суплекс. Отлично. Ультимейт суплекс. Давай. Раз. Два. Да ладно. Да не может быть.
Я тоже не понимаю, как такое может быть. Там даже комментатор говорит, а я не верю в это. Он призывает небесные силы. Смотри, что когда месил, только ладони домесил, да? Хорошо. Вертолет тут еще летает. Круто. А чё он на руку-то смотрит? Ой, что ты там это, дура ему дала, вроде бы. Я не видел, что она вроде что-то дала. Так, что же будет, что же? Ты куда идешь? Ты куда идешь, Ультимейт? Ты чё? Ну, я понял, что ты офигел, конечно, от этого, но... А, я думал, она ему что-то дала, нет, он просто его настраивает на победу. Я понял, когда Ультимейт сматывается, вот что я не могу. Опа, на-на, хорош. Правильно сделал, потому что Ультимейт хочет уйти с поля боя, это нехорошо. Давай, спускайся ко мне, давай, повеселимся. Вот, все, победить всего пинфолом, да? Ну, наверное. Слышь, Рэнди, спускайся сюда, давай. А вот нет. Да иди ты. Ой. Кроссбоди, да, да. Да иди ты. А вот нет. Почему ты просто так не возьмешь? Четыре там, да, ну хорошо. Сюда шел. Хейтс. Вашим лицом. Ну ты куда, ну? Ты серьезно? Шесть. Ультимейт. Ты не можешь проиграть просто так, ультимейт. Семь там было, давай. У нас еще время есть. Восемь. Времени нет, быстрей. Сейчас еще его на таунте. Окей, нет. Хорошо. Ну, то есть я прав, да, должна тупо пинфолом победить, да, и хорошо. Ну ладно, поверю на слово. Тем более там сколько? 4 было заблочено, а тут я уже 5 прошел, вообще все нормально. Знаешь, пока они просто обычно сыпутся. Раз, два, три. Серьезно? Нифига себе. Так, 4 заблочено, давайте проверим, сколько у меня открылось. Если у меня что-то не открылось, идите нафиг, я тебя заиспользую. Реально, мне тут есть. Так, Рэнди Сэд, хорошо. Это 1. Я хрен знает, кто это 2. Расломание 7 это 3. И Атир хоть на тоже ряд 4. Все, отлично, все открыли. Правда, мне кажется, в реальном бою там не поздно сцепиться было дизайн. Но кому какое дело? Может тут нереально будет. Историческое событие, так сказать. Блин, это сейчас страшно было. На-на. На пола боя тут же нападать будет. Так. The ultimate warrior must do something that neither you or the Undertaker could ever do. And that's simply trust me. In order to understand the dark world of his enemy, the ultimate warrior would have to endure 3 important tasks. If you're gonna get to heaven, you gotta go through hell. Trust me, my friend. Trust me. Jake's. Джейк Снейк Роберсон, что за ультимейт воллер, не особо такая. The ultimate warrior would arise with the look of the dead man in his eyes. That's the same look. The look of the Undertaker. It's in your eyes, warrior. No longer afraid of the darkness, the ultimate warrior would now have to overcome his fear of death by burying himself alive. Bury me, Snake Man! Stand your ground! Having mastered his fear of darkness and death, the ultimate warrior would be faced with his final challenge. Go for it. You'll find the answer in the center of the room, warrior. If you want the answer, you'll reach into the coffin and find what the Undertaker is made of. Oh, now what you expected? He fights to survive. Блин, знаете, как страхово, если бы я был на... Ух, как же страхово было. Жесть. Reach out for me. I'm a snake. Да, сам да, Never trust a snake. Poisoned by deception and left for dead, the ultimate warrior would rise to face the dead man in a body bag match on July 1st, 1991. Жестко.
Блин, реально страхово так, блин. Вот раньше сюжеты были, да, Undertaker в Ultimate Warrior, что... Блин, вот это жесть, конечно. Браво, просто такие сюжеты. И вот он, открывается великий говорящий. The rules are quite simple. The individual who wins this contest will be that man who puts На his огонь opponent играется, реально incapacitated inside the body bag. And now, introducing the participants. To be led down the aisle by Paul Bearer from Death Valley, weighing 328 pounds, the Undertaker. Это, конечно, это, конечно, опыт ни о чем. Но, блин, сам факт того, что гробовщик Алскулин вообще появился в этой игре, это уже... Я ему еще потом перчатки и сапоги в фиолетовый перекрашу, чтобы получить и галстучек, и тогда будет уже другая фишка. Пол Берт, ты что, резко? У тебя кольца? А, нет, кольца. Кстати, по-моему, этот Джейк Снейкс Робертс, ну, Джейк Змея Робертс, он, по-моему, тоже стал прислужником гробовщика, когда тот его похитил. Вот, если я ничего не путаю, либо это был другой фьюд, он, по-моему, после этого там его пришли спасать, но нет. Да. Шикарно. Серия уходит. Ну, кстати, посмотрим, давайте на так сказать, нутро. Ну, что, говорю, что помню. Я не знаю, как это отсирочка. Вот сразу же он опять пышется. Очень странно. Как у тебя пышная грива, Undertaker вообще. Как-то Лазиган с феном переборщил, я с ним согласен. Но я помню, реально не было такой пышной прически. Undertaker реально пышется, типа, знаешь что? Че ты делаешь? Че ты взял и сбил меня, мне пышется. Ну же, гробовщик, давай, давай, с кулака ему, давай, давай, я готов. На! Зип, чего? Бодибэк? Так, а чё это за пакет? Это мешки для этот поворот. Слушай, а мне нравится. Почему? Мне интересно, как это будет делаться, вот реально. Если еще посмотреть систему, возможно, тут можно было бы придумать систему определенную, и тогда можно было бы спокойно добавлять этот режим в игру, потому что, блин, засунул Селестер в мешок для трупов, это, ну, практически классика Дауда будет. Если даже не в гроб, что тоже печально, хотя бы мешок для трупов. Потому что это, по идее, должно быть немного проблематичнее. Ты его пока засунешь, пока что застигнешь, не можешь. Можешь пойти Пола Барретта втащить? Просто интересно, можно Пола Барретта взять? Потому что он так главное держит эту борду, мне кажется, он не физично. Так, я могу слезть. Опа! Вот иди нафиг. Оп. Еще просто проверить. Потому что Сэллин стоит как статуя, ему вообще на все пофиг. Он даже на Undertaker не смотрит. Просто смотрите. Ага, я молодец, ну-ка. Да, но он не работающий. Пол Берр, ты не работаешь. Undertaker, у тебя Пол Берр сломался. На. Ну, ой, тут за рингом можно... Шикарно, все, мне нужно нравится. Ну, хотя да, тут можно все делать, потому что же нужно только внизу ютуб. Давай. На. Ни хрена себе. Undertaker, ты что такой жесткий? Парнишка, ты че? Вот так вот. На, Силкейдж. Честно, тут предмет мы вместе вообще можно? Я просто не знаю, правил, по-моему, можно там всем чем угодно только поместить друг друга. Главное правило записать мешок для трупов. Да, ой, шикарно. На, ложись. Все, греб, да, берем силу. Степс, берем силу, степс. Хорошо. И это будет... Удар по щам. Нет, не будет. Это будет... Ладно, Undertaker, забирай себе, спасибо. Сейчас Undertaker надо втащить, а то что-то борз. Слушай, Undertaker, ты это, ты того. Бросай себе фигню. Да, смотрите, он реально Терминатор, я его сколько... Хотя нет, я его очень сильно не люблю, как будет. Вася, да! Вот, все.
Страйк опять ударить, критикали, а страйк на ринге? Да. Тоблстон проще, короче, Тоблстон, все. Да вообще. Ультимейт, че ты руками своими машешь? Андертейкер пофиг на то, что там идешь. Он хочет себе Чоксон сделать. Третий раз Тоблстон. Бум! Ну сейчас будет резко. А, нет, не резко. А вот сейчас будет резко, типа дынь, и все. За секунду подходит, нет? Да, ну полубарс. Давай, вставай, мне лучше же, ну. Сейчас он срейф. Ух! Сейчас, ой-ой-ой, если он локоть поставил, то был даже жестко, реально. Я бы не просто плашно поставил. Так, теперь пойду критик левого мыла начищать. Опа! Так, все, уходим. И не палимся. Сюда, иди. Иди сюда, ну, давай. Давай. Воу, я не думал, что ты умеешь прыгать, ты чё, Undertaker? Я думал, я был о тебе ничего мнения, Undertaker. Граб, а, спасись, Undertaker. Хорошо, сейчас я по башке ударить. И стульчик возьму. Сюда иди. Undertaker, возьми этот стульчик, я пойду комментатор в 11 стыдю, ты не против? Ты не против. А, о, тут стулы есть, хорошо. Иди нафиг. На... Ну чё, че ты, ну давай, опа, а вот нет. Тоже мне решил удивить, мистер Лев. Стул пышный грудь, берем. Стул, бери, стул! На, по спине! Ну, правда, по ноге, ну ладно, на! 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 А я говорю, на! Ой, бегут, Everybody in the arena absorbed the fact that something sinister is about to go down. Yeah, Undertaker so slow, but the warrior comes to the ring as if he was shot out of a cannon. Don't blink, you might just miss his entrance. Прям на стул. Ну чё, в чём мне хочешь идти, Undertaker? Давай. Опа, а вот нет. Это будет... Реверс моей сигнатурки. И это будет... А, вот это у меня... Ну, конечно, да, надеюсь. На-на! Так, надо немного потанчить, чтобы у меня хоть немного стамина было. Я думаю, сейчас возьму стул и начну его стул. Я пойду лучше новый стул возьму, потому что он уже побитый несколько раз, он почти разломался. На стул ты бери, во. Давай. На! Я говорю, на! Ты меня бесишь, серый! Хотя ты не серый. Я по перчаткам сужу. Люди по перчаткам от жестко. Ух, успел! Я думал, сейчас мне будет чокслэм или тоблстоун. Что было бы жестко. На! Блин, это же никого, жалко. Че ты такой живущий, а? Опа! Да ты надоел! Туда-сюда меня мотаешь. Давай, быстро, резко. Успею! Ой. Серьезно! Тут у меня канаты есть. А, тут же Бадди нужно внизу для трупа закрепить. Интересно, как это будет исполняться. Камбэк. А, мы не увидим. Давай, давай. Чё ты встал? Чё? Чё он встал вообще? Грёбаный ты наркоман, давай. 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 Бум. Опа, нажал. И сплэш. Хорош. Теперь я немного спокоен. На, еще. Я говорю, не по башке. Я говорю. Это будет... Да ты надоел, ты ведь мой... Ну ты скотина, а. Че идти сделал? Ну ты наглость. Ну ты серьезно. Одумайся, Ультимейт. А я среверсил, Ладно. Тоблстоун, вот так вот.
И бицуха. Ой, зря это был бы танцует, ну ладно. Берем стул, стул бери. И бьем. На. И сейчас я его схвачу, потому что смотрите. Опа, схватил. Я схватил. А, я схватил его. А ну вставай. Стендап. Стендап. Да чё ты? Хорошо. Так, пусть он сам ко мне подойдет, я не хочу сильно только вас так потерять. Наконец-то! Горилла сплэш! У дроп, проведите Андертейкеру. Ага. Прям любимый. Сейчас, давай я тебя схвачу сначала. Потому что мало ли, прям на бегу только последний что сделал. Опа. Да я ж схватил, что ты. Грэппл Андертейкер, ну. А проще Андертейкер in the ring, компресс 2. Или давай лежачего возьмем. На лежачего он. Лицо начинает. Надо. А, надо просто походу взять, да? Ну давай. Опа, взял. Понятно. Ой. Бум. Ну ты жесткий парень, слушай. Иди нафиг. Схватил. Конец. Что-то нажимать надо будет. Так, удар. Коблстоун Павел Урави. У него фитинг появился. Давай, поднимаем его. Чё? А, типа, все, кирдык ему, да. Его носи готовенького. Чё он делает? А, Мишель Глеттер, ну да. Конечно, я его. На листу похоже. Он управляет. А. А, я готов нажимать, я слежу. Ой, нажал! Здесь к тому, что я, с чего я начал, то это только сейчас надо его ударить. Сейчас я это и сделаю. Так, это мы пропустим. Так, хорошо. Ну вот, и его схватить. Ой-ой-ой, кот Сигнатур тут. Теперь его не отклонивать. Хорошо, схватил. Так, я готов. Я понял, когда надо нажимать. Вот просто я кнопку. Спутал. Тобусто. У меня три финиша, кстати, как тебе сюда. Потому что я делал сегодня по косе, я просто взял биту и сбивал его за рингом. Дофигищ раз! Если бы я столы сулом бил, я бы уже, наверное, слово сдался сломал просто. Так что да. Главное сейчас по кнопке попасть, все будет дичь. Да, да, Пол Бэр молодец. А Пол Бэр молодец. Бум. Так, я готов. Нажал. Давай, давай, закрывай. Не, на! 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 Чё, закошмарил решить? Да. На-на! По щам тебе! Стой, 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 отойди, отойди! О, отлично! Е-е-е-е! Шикарно! Чпойн сбил! Хорош! И еще раз бил. И урну взял. И по щам вдарил. И урну выбросил. Все, что по Бэру. Теперь без урны, да, будешь? О. А, вон она лишь. Я думал, он сейчас за пределы выкинул. А что было бы, если он за пределы выкинул, а? Ну все. Пол Бэр такой, все, все отлично, все, она у меня. Все отлично. Нет, нет, нет. Мне интересно, как я должен был по нормально победить?
Он говорит Undertaker, типа, вот, у меня можно все заебаться, чё ты? Ну чё ты, Undertaker, давай, приходи все. Нет, все, он сделал это. Красава. Undertaker, он победил Undertaker. Чё, Пол Бэр, все, срал, все из-за тебя. Сила Undertaker потерял на секунду, и все. Он проиграл. О, это было круто. Как это физически смотрится? Да какая разница, что он стал в бадибэк? Все, он проиграл. Всем без разницы. Undertaker немного поражен. Так, ну думаю, на этом я эту часть закончу. Осталось, по-моему, еще только два матча. До свидания.